Если приводить детали, то уже увеличен размер пособий, вводятся новые виды социальных выплат. Да и в целом система поддержки совершенствуется. Но вместе с тем, как отметили участники комиссии, необходимо создавать такие условия, чтобы женщины полагались не только на пособие, но и на свой собственный стабильный заработок. Реалии сегодняшнего дня. Женщины в бизнесе работают наравне с мужчинами, а порой и больше. Для таких трудоголиков женщин работает специальная программа поддержки. Выделяются гранты и микрозаймы начинающим бизнес-леди. И что немаловажно, состоявшиеся женщины готовы делиться своим опытом с теми, кто не знает, с чего начать. Тиражирование положительного опыта в средствах массовой информации, оно дает свои ощутимые плоды, потому что, естественно, ряд людей задумываются, а почему бы тоже не попробовать? И вместе с тем, сегодня еще остается проблема, когда женщинам трудно устроиться на работу, особенно после декретного отпуска. Для решения женской безработицы развиваются программы профориентации и повышения квалификации.